поселке Тайное Орловского района из-за начавшегося половодья затопило мост. Напомним, Тайное и областной центр соединяет низкопольный мост, который зачастую во время весенних паводков уходит под воду, тем самым отрезая поселок от цивилизации. Так, в рамках борьбы с проблемой по федеральной программе к поселку Орловского района была построена объездная дорога. Правительством области приняты меры по заключению договора на право обслуживания пригородного маршрута микрорайон Тайное, и с 10 марта по новой объездной автодороге будет осуществляться движение. Соответственно, все жители деревни Тайное могут воспользоваться услугами пассажирского транспорта. Расписание будет размещено на конечных остановках, то есть это дорожное кольцо деревни Тайное и, соответственно, микрорайон. Управление МЧС по Орловской области напоминает, в период половодья орловцам стоит быть особенно бдительными и не оставлять без присмотра детей. Сейчас на месте подтопления круглосуточно дежурят спасатели.